Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Войти. Эволюция, как всегда, не закончилась. Почему-то я даже не удивлен. Естественно, будем продолжать. И сколько там у нас? На 8 часов это все дело затянется. Ага, забираем. Кстати, мы можем его прокачать. Ну, до 10 уровня это понятное дело, а потом еще можем... Погоди-ка, это кто у нас? Стоп. Птеранодон? А разве у меня его не было? Секундочку, у меня же... Или то был... Погоди, я что-то запутался. У меня птеранодон, по-моему, был, но там другой, наверное, да, немножко? Там суперлегенда, а тут обычный. Ладно, посмотрим, короче, попозже. Так, у нас здесь написано было значок собрат. Это какой же собратый у нас значок? Ага, забираем. И нам нужно с тобой вот этого получить. Это кто у нас такой? Птеродаустра. Нифига себе название. Напоминает мне чем-то пеликана. А здесь, смотри-ка, нам нужен вот этот вот стиксозавр. Отлично, ну я думаю, со временем мы с тобой, естественно, их получим. Забираем с тобой их хавчик. Сразу поставим на добычу. Так, следующий, давай посмотрим. Ну, а это у нас старый знакомый, да? Кто он там, я уже забыл. Это Аланка, ну конечно же, как я мог забыть про Аланку. Ну что, золото, ну давай золото соберем по-быстрому. Так, здесь. Все, идем в схватки. И смотрим, что у нас тут. Это, ребята, я не пройду. Я уже пытался. Буквально где-то час, может быть, два назад. Фигня полная. Ничего у меня не получилось. Давай-ка начнем, наверное, схватку редких. Вот здесь, да, может быть, у нас получится что-нибудь. Значит, метеорин, скалозавр и суперзавр. Ну что, здесь понятно. Берем с тобой аэротитана, наверное. Нет, зачем нам аэротитан, если мы можем взять кого-то попроще. Например, чжец. Для этого сюда у нас против скалозавра должен идти хищник. А хищник у меня только один. Возьмем вот этого велоцираптора. И суперзавр. Суперзавр. Давай еще возьмем с тобой одного велоцираптора. Я думаю, вот этой командой, в принципе, нормально. Против двух травоядников, да, должны нормально справиться. В первую очередь, естественно, делаем с тобой атаку. Я знаю, что он поменяется, скорее всего, после вот этого поединка. Сейчас проверим. Наверняка возьмет травоядника. Естественно, ну как же не поменять. Ну, а мы с тобой, естественно, возьмем велоцираптора. Хорошо бомбанул, гаденыш, да? Хорошо. Ну что ж, давай побоксируем тогда. Сколько у нас? 125 к атаке. А я, знаешь, что сделаю? А я возьму бонус. Он сейчас 100% будет брать, опять же. Ну, естественно. Так, 188 к атаке. Он ничего не стал делать. Слушай, мы можем его сейчас прямо ушатать здесь. Раз, два. Стоп. Блин, у меня не получается, ребят. Только если вот таким вот образом. Но зато есть огромный-огромный плюс. То, что нам теперь здесь никто ничего не сделает. А вот мы будем рвать с тобой и скалозавра, и всех остальных. Давай попробуем так. Ах ты, иди отсюда. У него жирность большая, ребята. Что? Ну давай, все сливай. Красавчик. Так, ну я надеюсь, что джетс мой сможет его подбить. 70-ка, да? Он же все слил, все. Поэтому раз, два, три. Атака. Готов, ну что? Кто это у нас? Суперзавр. 159 у него к атаке. 5 очков. Как он будет это все тратить? Скорее всего, все в атаку. Так, точно. Ну что же, велоцираптору остается просто-напросто его замочить. И он это сделает с превеликим удовольствием. Вот уж поверь мне. Вот что-что, а таких бомбить он обожает. Ну что, мы открываем победный наш счет. Да все, хорошо, велоцираптор. Молодец, похвастался, как говорится, перед зрителями. Ну, а мы с тобой продолжаем.
Так, ДНК немножко получили. Так, где она у нас? Не понял. Блин, мы пока дрались, друзья, у нас обновилось событие. Офигеть. Ладно, хорошо, что у нас тут? Только для обычных, это склонение. И тут у нас ДНК. Что скрывается внизу? Без ограничений. Давай начнем, наверное, тогда с этого. Дон Клястей, Эдестус и Пиликус. Офигеть, Пиликусы всякие. Так, что у нас здесь идет? Против вот этих хорошо заходит Плезиозавр. Против вот этих заходит Кранозавр. Блин, подожди, Кранозавр будет слишком, хотя нормально. И опять же нам нужен будет... Блин, да нет у меня таких. Хорошо, я возьму, наверное, тогда Бананогмиуса. Вот так вот, поехали. Три поединка нам нужно с тобой здесь отыграть. Да, жирный паразит, ничего не скажешь. Ну что, давай с атаки начнем. Опачки. И посмотрим, что он будет сейчас делать. Меняет. Эдестус. А кто у нас против Эдестуса хорошо идет? Вот, вот он наш родной. Слушай, мы в принципе, если две плюшки ему прописать, мы могли бы его ушатать. Эх, даже не знаю, что сделать. Давай, наверное, защиту поставим. На всякий, ребята, пожарный. Слушай, он сейчас как пропишет мне. Офигеть. Офигенно, друзья мои. Мы фейлимся с вами. Как ни странно. Сколько у тебя там идет по атаке? 219. Ну давай возьмем тебя, фиг с ним. И сделаем вот так. Оу, я, по-моему, опять сделал большую, ребята, ошибку. 291 к атаке. Пробьет! Я немножко даже в шоке, если честно, от всего, что сейчас здесь происходит. Я в шоке. Ты гляди, а? Он все слить решил в очки в бонусные, да, получается? Дон Клести. Ну, конечно, сейчас, наверное... На четверочку влепит. Ну, как ты понимаешь, первый поединок у меня не получился. От слова совсем не получился. Потому что мы здесь фейлились. Трешовенько, конечно, вышло все. Я-то думал, что у нас будет здесь на изи. Но ничего подобного. Никакого изи здесь не вышло. Так что поехали. Артакантус. Здесь возьмем Архилона. И против этого возьмем. Давай, наверное, подожди-ка. Против вот этого, кстати, можно было бы взять Генерию. Но я не буду рисковать. Поехали. Пропишу. Если сейчас мы с тобой сыграем хотя бы две катки, то нам останется одна катка, потому что... Сколько там сутки у нас действует, да? Это событие завтра тогда допроем его. Ну что, поехали. Здесь, естественно, сразу же начинаем с удара. Музыка куда-то улетела, как всегда. Тыдыч. Неплохо. Где-то я уже такое видел. Где-то такой расклад уже был. Давай, меняй. На кого он меняет? Естественно, на Эдесуса. Ну, здесь нам поможет Архилон. Как раз против вот этих вот охламонов. Давай, выходи. И, наверное, мы с тобой поставим защитушку. 350 к атаке. В принципе, мы его ушатаем. Ушатаем, наверное, да? Давай попробуем. Да, ребята. Ему кранты. И выходит опять же этот Дун Клястей. 284 у него к атаке идет. На 4. По-моему, ушатает он мне сейчас мою черепашку, судя по всему. Так и есть. Вырубил ее. Ну что ж, давай теперь мы сделаем свой ударчик. Раз, два. Раз, раз. Иди вон. Так, и остается у него последний. И кто это у нас? Геликус. 193 к атаке у него идет. Пробить не пробьет.
А вот сейчас мы влепим, и все, ребята, ему крышка. 5 очков у нас бонусных, сливаем все в атаку. И крышка. Кстати, а вот этот же чувак, Геликус, он же разыгрывался у нас в событии недавно, да? Вот он как выглядит. Как какая-то глубоководная мерзкая рыба. Ну что, мы с тобой прошли, но это только первое событие, а их тут 3. Ну, на 3 у меня не хватит, потому что откатов не будет. Я могу позволить, наверное, себе сколько? О, 59, ну давай посмотрим. Значит, Эдестус против него у нас пойдет. Кто там хорошо? Опять же, Архилон. Пойдет Архилон. А, у него тоже здесь Архилон. Тогда сделаем вот так. И... подожди. Вот так. И вот так. Я думаю, это будет справедливо. У него 2 Эдестуса. У него 2 Эдестуса. Поэтому давай атаковать сразу же. Отлично. 2 бонусных очка. Что он будет делать сейчас? Меняет. Берет тоже Архилона. Тогда мы с тобой делаем по-другому. Ты представляешь? 548 к атаке. Ну-ка. Ах ты, гаденыш. Почему-то я так и думал, что он возьмет защиту. Ну что и по итогу. Опять меняет. Ну, гаденыш, сейчас ты допрыгаешься, а? Сейчас ты у меня допрыгаешься. Так, Архилон, будь добр. Блин, зачем я взял Архилона, а? Скажи мне, молодец. Ладно, фиксим, поехали. Крышка ему, да? Отлично. Давай, следующий Эдестус выходит. 97 к атаке. Ну, он в любом случае черепаху пробить не сможет. Но он меняет на черепаху. Окей. Опять же, она попадает под раздачу. Так, у нас с тобой сколько будет сейчас? 4, да? 4. Даже если мы вот так вот сделаем. Раз, два, три. Ушатать должны. Да, кранты черепашки. Ко дну пошла. Ну и остается еще один Эдестус. Сейчас все в атаку будет сливать, наверное, да? Ну, почти. Ну что, черепашка, готова? Наказывать этого хлыща. Поехали. Какая у него пасть противная. Ты посмотри, а? Зубы в один ряд. Фигею просто. Неужели такое было на самом деле? Мне кажется, нет. Это уже какие-то придуманные. Так, ну что, Архилон, как ты видишь, у нас выиграл. Здесь мы с тобой победили. Долларов у нас мало, поэтому откат я сделать не смогу, к сожалению. Если только подкопить где-то, а где ты их подкопишь? Так, потратить монеты, купить билеты. Так, ускорение, собрать еду. Да, этого я ничего сделать не смогу сейчас, в данный момент. Задания эти выполнить ежедневные, к сожалению. Да и ладно. Так, что у нас тут на рынке? Давай посмотрим. По зданиям. Ну, ничего себе, тут кольцевой картодром. Давай поставим сюда, пускай будет даже 2 штуки у нас. Ну, деньги, сам понимаешь, нам нужны всегда, поэтому поставим здесь. Что еще за здание у нас тут? База технического обслуживания. Ну, ее можно где-нибудь... даже вот здесь вот мы ее поставим, пускай стоит. Следующая постройка — это у нас флаг мир юрского периода. Флаг дает нам бонусы. Значит, надо где побольше зданий, естественно. Ну, пускай будет здесь, фиг с ним. Пускай будет здесь. И последний — это фонтан. Фонтан тоже дает бонусы, но маленькие, конечно же, маленькие бонусы, потому что это одно из начальных у нас получается, да, как бы построек. Сюда вот я поставлю. Разместить. Подожди, а что? Разместить. Все. С этим вроде бы как разобрались. Так, давай дальше смотрим. По событиям у нас что еще есть? Так, для... выберите команду. Стой, погоди-ка. 4 поединка. Выберите команду.
То есть... Вообще любую, что ли, я не могу понять. Сколько должно быть в команде? Один? Но если один, я вот так вот... Подожди, я не пойму. Сам против себя, что ли, буду драться? Интересно, девки пляж. Ну, давай я вот так вот возьму. Поехали. Сам против себя. Что за новости такие? Давай посмотрим, кто кого. Я хожу первым, да? Бонус возьму. Слушай, а он меня сейчас не ушатает ли случайно? С двух плюшек-то. А, нет, не стал. А я вот так сделаю. Угу. Предсказуемо. Так, ребята, по-моему, пора атаковать. Поехали. Отлично, здесь мы выиграли. Захотел схитрить. Если бы он, кстати, первым бы стал делать атаку, он бы меня победил бы. Так, ну что, нормуль. Нормуль, идем, я тебе скажу. Давай теперь возьмем, ну кого тут можно. Ну, например, Афия Кадуна. Давай попробуем. Сами же против себя столкновение. Окей. 195, да? Получается у нас. А, он первый ходит. Твою налево, он еще и атаку делает, прикинь. Блин, он мне не оставляет выбора. Берем с тобой защиту, естественно. Слушай, тут фигово получается, ребят. Так, он слил, да? Слил. Все равно у него там защита. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай я попробую еще раз так сделать. Вот видишь? Видишь, защита у него была. Сейчас он мне пропишет по полной программе, скорее всего. Вот жучара, а, навозник. Да, ребята. Блин, когда он начинает первым, плохо. Очень плохо. Да у нас еще здоровья здесь как-то мало. И атака офигенная. Проиграл. Ну ладно, хорошо, давай попробуем тогда сыграть за пирораптора. Сыграть с ним. Получится, не получится. Вот жучара, а. Кто будет первым ходить? Тут все зависит от того, кто будет первым ходить, мне кажется. Опять он, а. Он ничего не стал делать. Давай-ка так проверим. Но атакуй. Все, ребята, ему крышка. Два бонусных очка. У него даже если одна защита, ему все равно не выдержать. На тебе, паршивец этакий. Все. Что и требовалось доказать. Ну, выиграли мы. 50 дынка. Давай дальше. Возьмем, например, с тобой Подожди, если мы с тобой этих сейчас тратим, нам потом не останется динозавров играть кем-то. Давай раджозавра возьмем. Посмотрим. Так, 50 атаки. Опять он ходит первым. Да чтоб тебя, а. И сразу в атаку идет. Окей. Делаем следующим с тобой образом. Раз, два. Атакуй. Ах ты, жучара ты навозный. Не стал он, ребята, атаковать меня. Раз, два, раз. Так, он начинает копить. Начинает копить себе очки. Так же, как, в принципе, и я. Ну, я все сливаю, ребят. Я хочу проверить. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну а как тут по-другому? Ну по-другому никак, ребят. Он все равно бы потихоньку добирал бы эти очки. Естественно, по итогу я не знаю, что бы вышло. Может быть, надо было ждать, чтобы он меня атаковал первым. Трындец. Давай-ка еще раз попробуем. Берем раджозавра, он у нас еще один есть. И попробую вот ту тактику, которую хотел изначально.
Просто проверить, прав я или нет. Он ходит первым, да? Или кто? Блин, на этот раз я. Так, смотрим. Он ничего, ребят, не стал делать. Ну давай, на понт возьмем. Ага. И? Только не надо вливать все в атаку. Слушай, тогда ему крышка. Угу. Тогда ему кранты. На тебе. Все-таки проще, когда ты начинаешь первым ход. Так-то проще, несмотря на то, что ты тратишь сразу свою одну очку действий на бонус. А у него сразу дается бонус. Но он же не знает, он думает, вдруг ты поставил защиту. Зачем фейлиться на пустом месте? В принципе, все логично. Чего? В плане, мне дали только одного алангозавра. Зашибись. Кто будет ходить первым? Я. Окей. В бонус. Я, ребята, сразу в бонус. Посмотрим, что он будет делать. Две атаки. Воу! Какого хрена, ребят? Я думал, что ну максимум 700 выбит, а он сразу меня наповал. А я дальше не смогу, да, здесь, по-моему. Мне некем будет играть. Отказ $69. Так, ладно, ребята, сделаем через рекламку. Друзья мои, у нас, оказывается, есть ограниченное количество попыток. Поэтому дальше, видишь, да, нужны баксы, чтобы сократить время. Получается, что и здесь я тоже не могу пройти. И здесь. Вот это мы попали. А больше у нас никаких событий нету. Даже арены нету сегодня, представляешь? Пойдем тогда ПВПшку бомбить. Нам нужно что? Кайнозойскую эру пройти. Насколько помню, три разных, да? Возьмем мамонта. Возьму Уртинотериума. Блин, язык сломаешь. Уртинотериума. И возьмем, наверное, с тобой... Даже не знаю. Ну давай Эриматерия, фиг с ним, пускай будет. Поехали. Тут обычно противники всегда сильнее меня выпадает. Твою налево. Да ёк-макарёк, ты видел, что там? Трэш. Ох, сейчас звездюлей-то я получу. Таких славных, смачных звездюлей, к твоему сведению. А он еще и ходит первым. Ай, гаденыш, а. Мой ход, естественно, мой ход. Давай. Так, у него защита была. Плюс одно бонусное очко, да? Нет? Хорошо, что он будет делать? Пойдет в лоб атаковать меня или как? Да, он пошел атаковать меня в лоб. И ведь не боится ничего, а. По 300, значит. Ну, должны, в принципе, вырубить его. Но все сливаем, к сожалению. Такс. Выходит следующий. Нифига ты мерзкий какой. Все сливает в атаку, да? Две попытки, ребят. Ой, два очка здесь он сливает. Два урона наносит мне. Так точно. Ай-яй-яй-яй-яй, что же мы тогда будем с тобой делать? Этот, сколько, 307, ну, в принципе, если я сделаю следующим образом. Так, так, и вот так. Взял одну защиту, скорее всего, он сейчас будет этого бобра брать. Вот этого. У него будет усиленная атака против моего. Будет менять? Нет, менять он не стал. Тогда мы с тобой делаем следующим образом. Меняем вот этого. И полностью сливаем все. Ага, вот так вот, да, значит. Мне кажется, он врубился, да? В мой прикол, что я хочу сделать. Ой, ты какой ты красавчик. Ты просто красавчик. Короче, 5, да? 5 он слил, сколько у него было? Твою налево, я не посмотрю, сколько у него. По-моему, он все слил. Ладно, короче, врубаем.
Раз, так, 1000 хп у него. Точно он все слил? Раз, два. А вдруг не все? Блин. Так вот сделаем. Проверим. Все-таки да, ребят, хорошо, что перестраховался, блин. Ну что, бобер, 201 атака у тебя. Сколько у тебя бонусных очков? Все. Все, парень. Сворачивай удочки и иди домой. Тебе крышка. Тебе крышка. Хотя, че я радуюсь-то? Да нет, должны пробить. 187. Давай проверим. Да, хватит, да ведь? Да. Вот так, шикарно. Вынесли мы его. Идеально. Чем-то даже на лошадь похоже это животное, да? Ну что же, крутанем. Приз любителя, блин. И выпадает нам с тобой амфицион. И можем за рекламку еще. Ну-ка, что на этот раз нам достанется с тобой? Оу, Дедикурус. Неплохо, я тебе скажу, очень даже неплохо. Но меня интересует другое. Что же нам с тобой дальше-то делать, если мы ничего не можем не повоевать нормально? Так, билетов нету. Еды собрать не получится. Моды, ну моды можно собрать. И открыть набор карточек тоже не получится, потому что они будут пока в откатах. Пока в откатах. На рынке у нас Дедикурус, да? Ну, понятно, что он появился у нас здесь. Так, давай, наверное, тогда поставим что-то выводиться, в конце концов. Что будем выводить? Давай посмотрим. Можно Дедикурус этого уже самого начать. Да? Вот он. Пускай выводит. Сколько там всего? 9 часов. Нифига себе. Я думал, будет намного меньше. У меня такое ощущение, что надо идти на рынок и драться, и зарабатывать те самые доллары, которые нам нужны для того, чтобы сразиться еще в одном поединке. А это только ПВП нам поможет. Так, на водных, по-моему, ничего нету. Есть обычные наши, где эти? Против наземной. Против наземной. Ну, давай, наверное, против наземной. Я возьму Эдиуморфодона. Блин, а тут я буду тратить больше, чем зарабатывать, получается. Ладно, метриакантозавра возьмем и велоцираптора. Давай посмотрим, что это у нас тут за странные такие события против наземных. Кого он сейчас выберет, фиг его знает. Ох ты, как он хорошо, ребят. Он прям под стать мне попал, понимаешь? У него первый млекопитающий, да, у нас с тобой летун. Естественно, мы его сразу с удара вынесем. Вот так он. Пастозух, нифига какой он у него. А что это за пастозух такой, кстати? У меня почему-то не так он выглядит. Так, Димитродон. Да я думаю, что Димитродону сейчас тоже будет крышка. Ему делать ничего не стоит, как атаковать тогда. Нет? Ну тогда все, пиши пропало. На тебе. Улепетывай отсюда. Так, Зухамим. 150 к атаке. Очередная жертва наша. Че бы ты ни делал, тебе все равно крышка, парень. Че бы ты ни делал. Тем более крышка. Все, выпендрился. Лови плюшку. Да-да-да, лови-лови. Эдиуморфодон здесь, конечно, наяривает по полной программе. Ну что, друзья мои, победа. Сейчас будем крутить, вертеть. Посмотрим, что нам здесь выпадет. А выпадает нам... Блин, почему не 200 баксов, ребята? Крутанем и посмотрим, что в этот раз нам достанется. Ух ты, 500 очков доверия. Слушай, ну это шикарно. Это действительно шикарно. Так, я предлагаю, друзья, еще разочек подраться. Мне так лично зашло, не знаю, как вам. А, у меня птеродактиль, а там был птеранодон. Это совсем разные вещи. Ладно, возьмем его. Возьмем птеранозавра. И, наверное, блин, я вот не знаю. Вот если мы возьмем, как они себя будут вести? Фиг его знает, хотя тут... А, травоядники.
Так, подожди. Ну, давай возьмем Келлинкина. Я не знаю, ребят, что из этого получится. Келлинкин. Как кто тут против нас будет бомбить? Фиг его знает. Но довольно прикольно будет посмотреть. Ох, ёк. Чего ты видел, сколько там у него хп? Трэш, это трэш, ребята. Так, ну что, здесь сразу же выносим с тобой этого охламона, да? Диморфодона. Нормуль. Так, интересно, сколько он наносит урона или вообще кто против него может бомбить? Так, бонус. Слушай, этого мы сейчас тоже с тобой Ирритатора вынесем. Ну, он хлыщ, согласись. Меняет. О, ты глянь. Ты глянь. Друзья мои, нам вот так только если делать. Он же вынесет меня, да? Он же меня вынесет, гаденыш. Будет атаковать или будет копить тоже бонусы свои, а? Атакует. Обалдеть, да. Ха-ха, как я с ним тут должен сразиться, интересно. Сколько у нас атака идет? 284. Это бред, у меня не получится его пробить. Сейчас опять вмажет, да? Давай, две, сливай. Две атаки сливай, пожалуйста. Ну, плиз, плиз. А лучше вообще три. Он ничего не стал делать. Меняем. Меняем, друзья мои, и в атаку. Все, все сливаем в атаку, абсолютно. Отлично. Пошел отсюда. Охламонище, честно. Ну что, у тебя, я понимаю, сейчас будет очень много бонусов. 7. И ты, возможно, меня порвешь. Но у нас тиранозавр. Понимаешь? А у него какой-то вонючий ирритатор. Пятерочки, да? Решил, пятерочки хватит. Хорошо. И действительно, ему хватило пятерочки. А две у него остается. Два, да? Два очечка у него остается, а у нас 4. Поэтому рвем его, как тузик-грелку. Пшел отсюда, хлыщ. И не смотри на меня. Все, ребятули, победа за нами. Так, остается только лишь крутануть нежно рулеточку и надеяться на доллары. Так, подожди, что вы упустили? Пока вас не было, пришли подарки. Пеликаний мим, 40 тысяч монет и 20... Это... Откуда такие подарки-то мне вдруг высыпали? Скажи-ка мне на милость. А? Дарвиноптер, прикинь? Блин, жалко, что я не состою в клубе, ребята, в клубе в этом. Было бы прикольно. Так, ну что, давай, наверное, еще тогда схваточку. Подожди, какой босс события? ПВП. У меня хватит, интересно, еще на вызов. Эдиуморфодон. Допустим, возьмем Сфенокадона. И... А где у меня этот так бесплатно здесь можно закончить? Капразух. Может, Нундазуха взять, а? Давай возьмем Нундазуха. На всякий случай, ребят. Хочу просто проверить, кто сейчас против нас будет здесь выступать. Показывайте. Ох ты. Так, этот Лемноринг, он, интересно, посильнее будет, чем мой, нет? Нет, будет послабее. Он будет послабее. Но он атакует первый, гаденыш. У него два, да? Все-таки решил бомбить. Вот этот нам тогда, получается, здесь не нужен. Блин, он нам не нужен. Хорошо, давай сделаем вот так вот. И вот так. 40 уровня у него этот Лемноринг. Что он сейчас будет делать? Он атакует. Он атакует. 1000 хп у него. 1000, ребят. Ага. Сколько ему нужно нанести мне урона? Как минимум 2 потратить, да? Это как минимум.
Ладно, посмотрим, будет он тратить. 4 даже тратит. У-у-у, все сливает. Ну что же, нам нужно нанести 4 атаки, так? Или сколько? Посмотрим. Раз, два, три. Ну и поставим, наверное, с тобой 2 защиты плюс бонус. Ему крышка. Так, выходит этот хлыщ. Скафагнат. Слушай, он не пробьет меня. Не должен пробить, ребята, по идее, да? 2 защиты, даже если он все сольет. Отлично, отлично. Ну что, пробивной делаем ему, да? Поехали. Делаем пробивной. Единственное, конечно, что вот этот сейчас охламон. 288 к атаке. 6. 6 очков в действии. Ё-моё. Сколько тебе надо потратить? 3, да? И 3 у тебя остается. Вот куда он эти 3 очка бонусных там влепил, я ума не представляю, ребят. Я сделаю вот так. Ох, ёк-макарёк. Он остальное все вливает в себя, да? Слушай, скорее всего, нам крышка здесь. От шунозавра. Угу. Сейчас получим звездюлей. Он задумался. Все, он пробивает нас. Ну, друзья мои, раз на раз не приходится. Кто сказал, что мы все время будем побеждать? Если бы, возможно, у меня был бы хищник, тогда, да, выиграли бы. Тут кайнозуйская... Нет, это я не хочу. А водные... У нас нет уже водных, да? Да, они все в откатах. Да, фиговенько, конечно, фиговенько получилось. Так, давай посмотрим, сколько у нас по времени. Ребята, 23 часа, и здесь 23 часа. Мы обязательно с тобой завтра тогда это все допройдем. Так как мы с тобой не имеем VIP-статуса, мы с тобой очень сильно ограничены именно в схватках, в каких-то там событиях, испытаниях. Ну, ты сам понимаешь, да? Если бы випка была бы, могли бы что-то здесь делать. Ну и спокойненько здесь играть во что-нибудь. Так что на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!